PokerBet. Обирай свій спорт. Ну і давайте долучимо до нашого ефіру. Тимур Олевський має з нами бути, редактор видання The Insider. Пане Тимуре, я вас вітаю. Я вас вітаю. Пане Тимуре, тут цифри під'їхали від Левада-центру. Бачили? Марія, які цифри сьогодні багато. Розкажіть. Цифр сьогодні багато, це правда. Тих, хто виступає за і проти війни, хто хоче переговорів, і ті, хто хочуть і ще до сих пор можемо повторити. Да-да-да. Там довольно страшные цифры, если верить этому опросу, то 50% россиян минимум готовы повторять все еще, несмотря ни на что. Я так, если я правильно помню эти цифры, да, все так? Да. Но 50% уже готовы говорить о перемирии прямо завтра. И это, на самом деле, тоже очень важные цифры. Мне кажется, что это впервые результат, когда... мы с вами, помните, очень много говорили о том, что, конечно же, российское общество неоднородно, конечно же, половина россиян против войны, а половина россиян за войну. Но это фигура речи. Конечно же, первый раз цифры такие, что действительно половина россиян готова говорить о перемирии, а половина все еще не готова, потому что, видимо, в самом начале было примерно 90-10, и никакие другие социологические исследования не были релевантны. Ну, впрочем, мы и писали о том, что они нерелевантны, потому что в условиях войны их невозможно проводить. Я, кстати, следил за социологическими опросами, которые проводят украинские социологи, которые звонят россиянам. И хотя, конечно, звонки в наше время, когда люди боятся говорить даже со своими родственниками, вещь такая довольно специфическая, там довольно приличная методология у них, мы проверяли ее как могли с экспертами, там цифры немножко другие получались, там все еще большинство россиян за войну было. Хотя вообще очень все быстро меняется, и цифры эти важные. Это означает, что людей, которые... Мне казалось, что такое должно произойти. Людей, которые хотят воевать, потому что они хотят воевать непосредственно, вот прям вот руками, ногами, уже нет, они кончились просто физически. И начали хватать на войну, мобилизовывать городское население, которое может и хочет повторить. И телевизор даже, возможно, смотрит. Но умирать точно не хочет, потому что оно живет совершенно в другом мире. Ну, Россия как бы страна в этом смысле немного похожая на... Вот Дагестан есть, да, вот Россия, она вся немного похожа на Дагестан в этом смысле. Архаичное общество, которое модернизируется на наших глазах, и из-за этого в нем происходят такие специфические процессы, которые свойственны вот таким вот архаичным обществом, модернизируемым на глазах. Там часть населения в городе живет, она, конечно, войну никак не хочет, несмотря на телевизор, а часть, которая не в городе живет, ей, по большому счету, ни выбора нет, ни особо жизни перспектив. Сейчас, видимо, дело дошло до тех, кто воевать не хочет. Вот такие цифры и показывают. Дальше будет, наверное, количество людей, которые воевать не хочет больше и больше. Правда, я теперь уже не уверен, может ли это как-то повлиять на решение Кремля? Мне кажется, они уже давно оторваны от социологии, честно говоря. Тут еще, знаете, как говорят, не все так однозначно. Давайте еще про эти цифры поговорим, потому что 50% – это, ну, как бы тот показатель, от которого можно отталкиваться. Но 70% говорят о том, что они поддержали бы Путина, если бы он остановился сейчас, не отдавая территории оккупированной Украине. 34% говорят, что, в принципе, готовы поддержать возврат территории Украины. 55% готовы поддержать, если начнутся мирные переговоры. И 38% выступают за продолжение войны. За вот это вот можем повторить. При этом 38% это в большинстве своем те, кто вот это вот рожденные в СССР, как говорилось раньше, да, то есть это те, кто отправил своих сыновей умирать на эту войну и говорят, мы за то, чтобы это все продолжалось. Потому что я так понимаю, что молодежь вне политики остается в этой истории. Ну, молодежь вообще, мне кажется, это главная сила против войны в этой истории. И она, в общем-то, это доказала довольно ясно и внятно. Тут опять, конечно, зависит от регионов и прочих всяких нюансов, но в целом городская молодежь, да, безусловно, она была против войны, тут сомнений нет никаких. Ее просто будущее отобрали в этом смысле. Что касается Левада-центра и этих данных, насколько они близки к действительности, насколько они близки к реальности? Смотрите, вот тут вот важный момент. До недавнего времени Левада-центр был последний центр, последняя социологическая служба в России, опросам которым можно было бы верить.
Кидать камни в них я не хочу, я просто хочу обратить внимание, что они работают в специфических условиях, в которых данные искажаются с самой политикой и опасностью, в которой находятся люди, проходящие под опрос. Но я бы обратил внимание на то, что мы про это просто опять еще раз хочу повторить, что мы про это много писали. Это не та вещь, которую очень легко рассказать в двух словах. Я бы так сказал, что из всех, которые есть в Российской Федерации, центр Левада, самый релевантный до сих пор, просто он находится в таких ситуациях и загнан в такой угол, что считать, что их опросы не претерпевают политических искажений, наверное, было бы не совсем верно, просто потому что вся страна находится в исключительной ситуации. Там понятно, что какие-нибудь другие центры, типа, даже сейчас кого привести, там, в общем, на самом деле еще два крупных таких центра, они просто находятся под прямым влиянием Кремля, но тут надо обратить внимание не на то, кто, а на то, что такие публикации сейчас, мне кажется, сами по себе имеют значение. Это тот случай, вы, наверное, знаете, это хорошо по выборам так бывает, когда какой-нибудь социологический опрос или рейтинг, появляющийся, он сам по себе означает некое политическое явление, политическое влияние. Из этого вопроса следует, что большинство россиян готовы поддержать Путина в его желании, допустим, если оно у него есть, а оно очевидно у него есть, сесть с Украиной за стол переговоров. Никому, кроме как Леваде-центру, поручить публикацию таких данных нельзя, потому что остальные, они уж больно совсем, консервативные, а Левада пользуется по памяти народной, что называется, репутации либерального центра, поэтому логично, что это именно они. Тут я как раз думаю, что это не случайно. А то, что эти цифры появились, я сейчас не хочу обсуждать их правильность или неправильность. Я хочу обсуждать то, что они означают. В них говорится, что если мы завтра сядем за стол переговоров с Украиной и даже, о боже, отдадим захваченную часть Херсонской и Запорожской областей и даже, о боже, город Энергодар с атомной электростанцией, то это не то, что мы такие предатели Родины, а это сами россияне в основном хотят. Особенно если Украина нам согласится что-нибудь оставить. Например, пообещает Крым не трогать или Луганск отдаст и на этом успокоится. Если такие размены могут быть, то, конечно, для Путина тут просто непонятно, не в смысле, что он умер, не к тому. Нет, я думаю, что живее всех живых. А в смысле всей этой конструкции власти, которая там есть под названием Госсовет, вот этих дедов, которые хотят сохранить свое влияние и даже, по слухам, передать власть своим детям, что они отчасти уже делают. Для них важно не потерять, политическую субъектность, чтобы не пришел никто и не сказал, вы Родину предали, а значит, вас можно сожрать и на ваше место посадить таких же других, которые типа Родины не предавали, потому что Украине войну не проигрывали. И вот им очень важно показать, с одной стороны, воевать нет сил, с другой стороны, кроме того, что нет сил, там понятно, что союзники Российской Федерации предлагают Российской Федерации сворачивать эту историю. И им хочется, с одной стороны, сесть за стол переговоров так, чтобы создавалось впечатление, что это не их желание, а это воля народная. А с другой стороны, чтобы той части общества, которая объективно воевала, или, например, которая может им угрожать тем, что будет их критиковать за то, что они недостаточно Родину любят, ведь они же говорили, что надо до победного конца, а его не случилось, чтобы им сказать, что, ребят, мы пытались как могли, но вы в меньшинстве, мы что-то себе оставили, сохранить свою власть. Вот я вижу в этом такую конструкцию, такая пошла политологическая, политтехнологическая история про то, что надо готовиться к объявлению о готовности разговаривать. И косвенно создается впечатление, что эти разговоры ведутся там всерьез, потому что очевидно совершенно, что и на украинское руководство определенные силы на Западе, определенные, не все, тоже давят и намекают на тему того, что неплохо было бы сесть за стол переговоров. Я об этом был мысли следующий вопрос, о том, что можно ли доверять, и если так, то кто мог эти...
цифры попросить опубликовать? То есть насколько они разозлят там, Путина и скажут, что это дискредитация второй армии, что вы пишете вот такие вот цифры о том, что вы хотите сказать, останавливайте войну? Или же это вот сверху пришла такая разнарядочка? Вы ответили на этот вопрос заранее. Получается... Думаю, да. 50 на 50, но если... Вы говорите, сразу было 90 на 10, ну, условно, да, мы не социологи, условно было 90 на 10. Мы по ощущениям, да, потому что, ну, мне просто кажется, что в стране, где большинство населения или половина населения не хочет воевать, не могло случиться того, что случилось. И мы видели людей, которые не хотят воевать и активно сопротивляются, их много, но их, очевидно, было подавляющее меньшинство. Прошло 2 года. И 50 на 50. Это означает, что к следующему там году будет 40 на 60, потом 30 на 70, или же этот снежный ком будет набираться с большей скоростью? Это зависит, конечно, во-первых, от того, что и как сможет на полях сражений украинской армии только, как мне кажется, потому что это буквально рейтинг, зависящий, ну так, не рейтинг, а состояние российского общества в этом смысле, зависит от двух вещей, от телевизора и от успеха украинской армии. И сейчас украинская армия совершает невероятное, она побеждает российский телевизор. Хотя делает это тоже до высокой, дорогой ценой. Я думаю, что, как это всегда бывает в уличных драках, на которые похожи с точки зрения россиян, как мне кажется, это война. Я думаю, что если вы многих спросите, они, ну, если серьезно поговорить, то они до сих пор воспринимают эту войну как драку на кулаках всей деревни против всей другой деревни. И мне кажется, что не до конца... то есть очень инфантильное впечатление от того, что происходит глобальная трагедия 21 века. Мне кажется, что вот такое впечатление. И в связи с этим, если украинская армия одержит какую-нибудь существенную победу в отвоевывании своей территории, чем больше таких побед случится, тем более вероятно, что в какой-то момент россияне наклонят голову, отойдут, повернувшись боком, и разойдутся в стороны, как будто это их не касается. И в этом смысле, там, не знаю, освобождение Херсонской или Запорожской областей может изменить этот процент, ну, если мы говорим, там, оперируем этими цифрами и верим им, то там, действительно там 30 на 70, например. А, например, битва за Авдеевку, она может поменять, но только вот в каком смысле. В число людей, которые будут думать об окончании войны, может добавиться срочно то количество людей, которые отправили мобилизованных воевать в эту самую Авдеевку, которую будут убивать во время мясных штурмов. Ну и, наверное, зависеть будет от того, как пропаганда отработает по тем, у кого люди уже погибли, потому что они же умеют работать не только с теми, кто смотрит за этой войной и следит, но и за теми, кто потерял своих близких, обещая им такой немножко, знаете, в стиле Хамас, вот прям не побоюсь этого слова, отрабатывают чувства людей, которые потеряли своих близких на войне, которую сами развязали. Да, но тут понимаете, что это же именно что зависит от успехов украинской армии, а чтобы они были достигнуты, украинской армии приходится терять лучших людей. И это очень жалко. Я просто по-человечески, их очень жалко. Но процент меняется буквально, как мне кажется, зависит буквально от освобожденной украинцами территории. Вот буквально в этом смысле. Тогда вопрос еще к цифрам. То есть цифры одна сторона этой медали. Тут выходит Симоньян и говорит о том, что все идет по плану, напевая песенку и смотря на цифры тех, кого с ними больше нет. Но я думаю, что вряд ли Симоньян не знает реальной картинки. Да, мы в Украине СМИ не знают конкретного числа. Но поверьте, мы знаем, сколько наших, в том числе, платят своей жизнью за то, чтобы держать линию фронта и освобождать наши территории. Мы прекрасно это понимаем. Я думаю, что Симоньян тоже прекрасно понимает, куда движутся эти цифры, потому что они же тоже читают своих военкоров, которые в том числе орут о том, что Авдеевка — это мясные штурмы. И тут выходит Симоньян на экран и записывает веселую песенку о том, что все идет по плану. Это о чем она вообще говорит?
Мне кажется, сейчас главная задача Симоньян и все, о чем она говорит, чтобы ее не повесили в результате этой истории. Да ну подождите, она там себе дерево выбирала, на котором ее повесят, поэтому... Послушайте, она в любом случае оказывается крайней. Если Россия проигрывает войну, и, ну, допустим, гипотетически мы разбираем критическую ситуацию для России крайнюю, а Россия буквально проигрывает войну крупно, и состоится суд над военными преступниками, то у Маргариты Симоньян на этом суде нет ни единого шанса. Это понятно и очевидно всем. Но если Россия останавливает войну в результате переговоров, то у Маргариты Симоньян тоже шансов немного, потому что, кроме всего прочего, надо будет назначить кого-то, кто завел всех в заблуждение. И, честно говоря, Маргарита Симоньян отлично подходит на эту роль. Она столько всего наговорила, что вызывает, мне кажется, легкое чувство брезгливости не только у людей, которые смотрят на нее по эту сторону линии фронта, но и у тех, кто живет рядом с ней в России и ее смотрит каждый день. И третий момент важный. Кому она еще это может говорить? Ну, у нее задача вообще-то говорить с теми людьми, которые за войну. А с теми людьми, которые за войну, и которым придется узнать о том, что Россия... Потому что для них, конечно, переговор с Украиной — это будет акт поражения. Они будут выйти ныть, кричать, что если мы идем на переговоры, значит, мы проиграли. А мы и говорили, что мы проиграли. А виноваты в том, что мы проиграли, понятно кто. Там, кстати, понятно, что Путин виноват. Они прям так и говорят. Просто они там добавляют к нему разные эпитеты, которые не... показывают, что они реально понимают происходящее, но тем не менее. И вот для таких людей, для того, чтобы такие люди, как условные гиркинцы, не совершили ничего резкого, что может в какой-то критический момент пошатать власть, она может как раз и говорить, что все идет по плану, их успокаивая. Я думаю, у нее просто это такая задача. То, что власть может пошататься в любой момент, мы видели по Дагестану, мы видели, что генерал Росгвардии, глава Дагестана Меликов, ничего не может сделать в момент для предотвращения погрома в международном аэропорту Дагестана. А если вся Росгвардия такая, как генерал Меликов, то, в общем, я думаю, что и со всеми остальными россиянами Росгвардия сделать может немного. И думаю, что для того, чтобы таких ситуаций не случилось, потому что их, я думаю, всерьез опасаются, а такие люди, как Симоньян, должны петь песню «Все идет по плану». Но это, понимаете, какая история? Как раз вот она сейчас разменивает буквально свою жизнь, свою репутацию на вот это вот оттягивание времени, потому что она успокаивает тех людей, которые в любом случае будут разочарованы и будут искать лицо, которое символизирует для них поражение. Ну, я, честно говоря, внутренне даже рад, что таким лицом будет Маргарита Симоньян, потому что, будем честны, она этого прям заслужила. Да, при этом муфтий Татарстана призывает проявить снисхождение к участникам еврейских погромов в Махачкале и говорит, они были организованы силами извне, поддались влиянию, говорит, ну, прошу понять и простить, как в одной известной программе. Я с таким уважением отношусь к украинским спецслужбам, которые могут в Российской Федерации организовать погром в Дагестане, что завтра я не удивлюсь, если они, не знаю, начнут добывать нефть и газ удаленным способом без труб и отправлять его по воздуху прямо в Евросоюз, прямо из Российской Федерации подземным способом бурения, чтобы никто этого не заметил. Ну, следующий шаг просто, следующий такой должен быть. Не иначе. Вы вспомнили про гиркинцев, не про гиркинцев, а про вагнеровцев, хотелось бы сказать, потому что то ЧВК не существует, то ЧВК, она как бы есть, но финансировалась самостоятельно, то, оказывается, все эти года ЧВК финансировалась из государственного бюджета России, то, значит, как бы вот все, остатки ЧВК вошли в Росгвардию, и в этом нет никакой новости, скажут сейчас наши зрители. Но новость в том, что ее возглавил сын Евгения Пригожина Павел. Вот в чем заключается эта новость. И как-то, знаете, как у нас есть одно такое выражение, оно звучит как «це ж було вже». И я вспоминаю Кадырова, да, который на смерти своего отца пришел к власти. И тут как бы Павел говорит, ну что, так получилось. Папы больше нет. Значит, да здравствует новый король. Интересная тема, что Путин всегда использует детей для того, чтобы... Во-первых, тем людям, которые могут его обвинить в убийстве папы,
казалось, что он ни в чем не виновен, или, по крайней мере, чтобы они его простили. Ну и, во-вторых, конечно, таким образом он с Кадыровым в свое время провернул историю сверхлояльности. Возможно, с Павлом он такую же историю провернет. Кстати, они в этом смысле, ну, отчасти похожи. Я там в какой-то момент мы писали новость о том, что это не наше было исследование, но мы ее переписывали, поэтому я ее запомнил. Сын Пригожина Павел прямо сейчас получает наследство от своего отца. И, по-моему, он судится, стараясь оставить себе как можно больше всего и как можно меньше отдать всем остальным членам семьи. Не знаю уж, как они между собой договорятся, но он выглядит как или человек, который назначен хозяином и владельцем всей империи Пригожина, либо как человек очень жадный, который всеми силами старается завладеть всеми активами Пригожина, которые, ну, более-менее там, имеют какое-то для этого бизнеса значение. Да, да. И я, кстати, вам хочу сказать, что эта передача власти детям, она ведь идет не только... Ну, вы правильный сюжет привели, что Путин покупает сына, чтобы он не мстил за отца, а наоборот, выступил от его имени для связывания рук тем, кто был его сторонником, и тем, кто прошел через ЧВК «Вагнер», и даже, возможно, еще послужит, и какой-нибудь еще ЧВК создаст. Там просто среди ЧВК уже такая конкуренция, что это уже, конечно, не будет таким бизнесом, как был при Евгении Пригожине, потому что у ГРУ России, у Главного управления Генштаба, уже есть целая сеть подставных компаний, которые условно называют ЧВК «Идут», но они не так не называются на самом деле. Это буквально компании-однодневки, набирающие людей на войну, и компании, которые могут в любой момент просто исчезнуть, и люди не получат даже удостоверения о том, что они участвовали в боевых действиях, не говоря уж о деньгах. Такая война на доверии. Она выстроена на инфраструктуре не Краснодарского края, как это было у Пригожина, а именно на инфраструктуре Тамбовской области. Там и губернатор из ГРУ, и глава вот этого вот Филькиного подразделения, который воюет на самом деле, при этом получая деньги государственные, бывшие пригожинские, тоже из ГРУ, генерал Алексеев, и сенатор, который курирует всю эту историю в Тамбовской области, бывший губернатор, соответственно, Тамбовской области, тоже из ГРУ. Да, просто ГРУшный регион оказался. Вот. Но, смотрите, вот Павел, допустим, у нас как Кадыров. Но есть другая интересная история. Например, губернатор Вологодской области, которого сейчас назначил Путин вчера, ну, показали нам, что он его назначает вчера, он друг дочери Путина и ее бывшего мужа Шамалова, Екатерины Тихоновой и Шамалова. То есть это уже поколение детей и друзей детей. Глава фонда... очень важного для России фонда прямых инвестиций, бывший украинский гражданин по фамилии Дмитриев, он друг был второй дочери Путина. И сейчас он этот фонд возглавляет, и думаю, что дальше пойдет. Про Дмитрия Патрушева неоднократно говорили и говорят, продолжают. Очень много разных людей, не только одиозный профессор Соловей, но и всевозможные политологи, что этот человек, который был сперва главой крупного банка, Россельхозбанка, а потом стал министром сельского хозяйства Российской Федерации, важное очень министерство, особенно в условиях санкций, и что его Патрушев видит в качестве преемника и возможного нового президента. То есть вот поколение детей начинают сейчас изо всех сил вталкивать в политику. В этом смысле Павел Пригожин даже очень ко двору придется этим людям. А тут тогда вопрос. Мы начинали с этого, что молодежь – это те, кто должны были бы остановить войну, и те, кто против войны. Вот эту молодежь, которую вы сейчас перечислили... Ну, это не совсем молодежь. Тут вот. Надо понимать, слушайте, вы просто забываете, извините, вы просто забываете, сколько лет этим дедам-то. Они, в общем, все 70-летние и старше люди. А это не молодежь. Дмитрию Патрушеву 40 лет. Ну, для российской уже, политики, знаете, это молодежь. Да. Да, но для людей, которые против войны, которым 20-30 лет, которые были айтишниками, которые мечтали поступить в иностранный вуз, вернуться в страну, это, конечно, они тоже уже немножко папы. А просто, ну, вообще политики очень старые в России так вышло, потому что по 30 лет, если сидеть в одном кресле, естественно, вокруг все застарятся.
это не молодежь, это следующее поколение. Это так называемое выпавшее поколение. Кстати, про него было до войны очень интересное расследование. Оно оказалось не вовремя сделанным в том смысле, что мы тогда не конца не понимали смысл его. А вот сейчас, когда война началась, смысл его стал ясен. Оно вот о чем было. Исследователи, социологи показали, что в России есть выпавшее поколение, обманутое тем, что оно должно было принять власть за страну от вот этих 70-летних Путина и его компании. И просто поколение должно было власти смениться и следующее управлять страной. Но что в Советском Союзе, что в Российской Федерации, всегда так бывает, что те, кто власть, то поколение, которое власть берет, оно его не отдает вовремя, а тащит до последнего. И следующие за ним оказываются нереализованными ни в чем, ни в представлении своих интересов в политике, ни в возможности добиться больших успехов в экономике, ни в возможности почувствовать какое-то свое предназначение на Земле и передать следующим. Следующие, получается, берут вот уже только у стариков, и только когда те уже совсем немощные. Это поколение выпавшее, оно казалось, ну вот выпавшее и выпавшее, не повезло людям. Но ничего не бывает просто так. Эти люди, которым не повезло, они в результате и составили костяк тех, кто на войну отправился. Это совершенно ужасная история. То есть это выпавшее поколение, оно получилось кормовой базой. Его как будто специально сделали для того, чтобы стать кормовой базой войны. Это важная штука. А то, что касается ну, вот этих вот, как бы сказать, как вы говорите, молодежи, ну, они не такие уж и молодые. Они не такие уж молодые, и самое удивительное, что им, потому что им по 40 лет, им есть что терять. Они может, я вот не могу для вас ответить на вопрос, хотя я среди этих людей знаю многих во власти, с кем я разговаривал до недавнего времени, кто, конечно, против войны, потому что она им ни для чего не нужна. Они как раз хотели бы продолжать ездить в Европу. Но конкретно Дмитрий Патрушев, не знаю, он, мне кажется, из такой семьи, где верят в план Алена Даллеса и будут продолжать всю эту безумную историю про то, что весь мир хочет нас захватить, а мы в осажденной крепости. Он как раз очень вписывается, мне кажется, в картину мира, в картину его, его картина мира вписывается в картину его, условно говоря, немолодого отца, как мне кажется. Опять же, это надо лучше знать, потому что самое удивительное про этих людей мы знаем благодаря усилиям журналистов и расследователей, там, проекта «Наш», «The Insider» или другие люди об этом пишут. Они не очень публичны, они максимально не публичны. И вот если честно, то репутации в широких слоях населения, что называется, у них никакой нет. Они придут из ничего. Про них сделают пару фильмов на НТВ и на Первом канале, расскажут, какие они замечательные государственники, или прекрасные либералы, или чудесные коммунисты, или, я не знаю, кто угодно. Танцоры диско. И вот какую фильм сделают про них, тем они и будут. И это вот самое ужасное, на самом деле. Вопрос, который немножко выбивается из нашей канвы обсуждений, но, тем не менее, не могу не спросить. Макрон приехал в Казахстан и похвалил там Токаева за то, что тот отказался или же не хочет быть вассалом России. Как думаете, что дальше? Ну, он и правда не хочет, он максимально это демонстрирует. Тут уж точно никаких вопросов нет. Он какие-то вещи ритуальные делает, но что дальше с Токаевым, не знаю. Потому что пока что... Как Россия будет на это реагировать? Как Путин будет на это реагировать? Но Путин бы давно уже хотел на это отреагировать, но он не может. Смотрите, Путин съездил в Кыргызстан, и Кыргызстан продемонстрировал верный путинизм. Но это он сделал не от страха перед Россией, а потому что нынешний, прошу прощения, президент Кыргызстана на Путина очень похож всем. И очень хотел бы продолжать удерживать власть по-путински. Ему для этого Путин просто самому нужен. А в Казахстане Путин ни для чего не нужен. Страна большая, очень устойчивая. Россия зависит от Казахстана больше, чем Казахстан от России. Потому что Россия находится под санкциями, которые она обойти может только с помощью Казахстана. Причем Казахстан не спешит ей помогать. Казахстан находится на многих путях. Казахстан рядом с Китаем, который, очевидно, Казахстан не кинул. Поэтому я думаю, что Россия может... Ничего. Россия, может быть, и хотела бы, например, устроить там, я не знаю, в Казахстане какой-нибудь анклав, что-нибудь типа Донбасса на севере, для того, чтобы раскачивать территорию страны. Но после того, как началась война, и даже русские посмотрели в Казахстане, что с ними может случиться, я думаю, что сделать это ей будет крайне трудно.
И кроме того, я предполагаю, что союзники Восточной России на это отреагируют таким образом, что Россия ничего не сделает. Просто они заранее ей сказали, как они отреагируют. Я думаю, что Россия, Казахстан успел выскочить, ему повезло. Другой вопрос, какой выбор сделает из этого выскакивания Казахстан. Понимаете, у него еще есть, мы не знаем, но там специфическая страна, там еще есть, если вы подписаны на телеграм-каналы казахские, то вы с удивлением обнаружите, что там сочетается модернизм, ну, путинизм, авторитарная все-таки страна была до недавнего времени, и немножко такой советский подход к чиновничеству, уважением и таким немножко идолопоклонством. Так все-все одновременно. При этом страна очень быстро развивается. У нее сейчас просто столько вариантов развития, она, например, может стать, не знаю, очень полезным, важным мостом для Европы, в который она будет вкладывать много денег, с которой будет дружить. Или наоборот, или китайским вассалом. Или, ну, в общем, короче, с Казахстаном не очень понятно. Казахстан имеет возможность сейчас быть много кем. Пане Тимуре, дякуємо вам за ваші коментарі. Спасибо вам. І до наступних зустрічей в ефірі. До наступної зустрічі. Тимур Олевський, редактор видання «The Insider», був з нами на зв'язку цієї години.